Для правкома технического университета убирать мусор с побережья озера Гатное в новинку. Обычно активисты занимаются социальной поддержкой студентов родного вуза и организацией культурных мероприятий. Но когда узнали о международной экологической акции «Сделаем мир чище», решили проявить себя и здесь. Мы только за помочь убрать территорию, сделать наш мир чище и поучаствовать в такой акции. Мне кажется, это замечательно. Что-то полезное сделать для нашего региона. Пришли на помощь экологическому десанту представители местных промышленных предприятий и студенческих стройотрядов. Например, за плечами отряда «Крот 2.0» стройка в Новом Уренгое и в Самаре. В родном городе помогали возводить новый дворец спорта. Ну, опять же, показать пример, положить начало. Если хочешь изменить мир, начни с себя. Любой пикник, мешочек для мусора с собой унесли, выкинули. Каждый за собой уберет, чисто уже будет. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это аксиома любителям пикников и рыбалки на берегу озера Гатное, видимо, неизвестно. В центре зоны отдыха администрация Куйбышевского района пару лет назад установила спецконтейнер. Мусор регулярно вывозится на полигон, но отдыхающие продолжают разбрасывать вокруг стекло, пластик и бумагу. Это излюбленное место отдыха горожан. И, к сожалению, по этой же причине некоторые асоциальные товарищи, так скажем, оставляют здесь не самые лицеприятные последствия своего отдыха. Озеро Гатное является памятником природы. Оно находится под охраной государства, безусловно. Поэтому, конечно, для того, чтобы сохранить природу и богатство этого озера, необходимо участвовать не только вот в его первоначальном виде, но и в каких-то природоохранных мероприятиях. С берега озера Гатное вывезли целый грузовик мусора. Подобные акции будут продолжаться и в дальнейшем, пока отдыхающие не привыкнут к чистоте и не начнут сами соблюдать порядок. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, «События».